Когда вы возвращаетесь к отношениям, почему они называются старыми? Потому что там есть определенный стереотип поведения. И вы что делаете? Вы, безусловно, перевносите через какое-то время, опять же, этот стереотип в эти же новые отношения. И что получается? Получается, что результат, опять же, тот же самый получается. Что вы получаете? Вы получаете мужчину, а вы получаете какие-то готовые отношения, не новые, а готовые, которые были в прошлом. Вы получаете те же какие-то претензии, какие-то взаимные упреки, какие-то ссоры. И что в результате? Получается разрыв опять отношений. И вы говорите потом, что мы попытались, у нас не сложилось. Вот для этого существует такое понимание, как начать все снова. Начать все снова, это имеется в виду, что поменяйте свое поведение. Как вы поменять? Какие должны быть конкретно шаги, действия, поступки, чтобы было ощущение, что вы изменились? Посмотрите на своего мужчину по-другому. Представьте себе, что вы его не знали, ну, допустим, к примеру, там 2-3 года у вас были отношения, 4, вы его не знали все это время. Вы сейчас, начав все заново, первый раз с ним встретились. Посмотрите на него, как на мужчину, которого вам хочется завоевать. Вам хочется снова его покорять. Не ожидайте, что он уже покорен, и вы вернулись к тем отношениям, потому что он вас по-прежнему любит. Нет, представьте, что вам заново нужно его добиваться. Встречайтесь с ним где-нибудь на нейтральной территории. Идите в кафе, ходите в ресторан, ходите вместе в кино, создавайте романтические вечера. И вот во время этих вечеров не забывайте с ним откровенно флиртовать. Не важно, что это ваш мужчина уже, не важно, что вы его уже добились. Кокетничайте с ним, флиртуйте. Давайте ему ощущение, что он мужчина, который вас очень заинтересовал и которого вы хотите покорить. То есть его сердце для вас очень важно, и вам необходимо произвести на него впечатление. Когда ваш мужчина увидит, что вы изменились, что вы направлены на него, что вы делаете все возможное, чтобы его завоевать, ваш мужчина начнет вас оценивать по-другому. Он на вас начнет смотреть, здесь вот внимание, как на новую женщину. И это привнесет новизну в отношениях, свежесть. И то, что вам не хватало, это разнообразит ваши отношения. Поэтому, когда вы возвращаетесь к старым отношениям, начинайте их так, как будто вы первый раз увидели своего мужчину. И тогда ваши отношения принесут вам новую волну радости и свежести. Не повторяйте тех же ошибок. Вспомните, из-за чего вы расстались. Этого делать не нужно. И эти претензии тоже старые, ни к чему. В конце концов, создавайте новые, но которые будут игривые, шутя и с улыбкой. Поэтому будьте для него новой женщиной. Я желаю вам взаимопонимания и бесконечно гармоничных отношений.